В районной администрации прошло заседание антитеррористической комиссии, провел которое глава района Роман Синеговский. В работе совещания приняли участие руководители правоохранительных органов, структурных подразделений администрации, главы поселений. В повестке дня было рассмотрено три вопроса. Исполнение антитеррористического законодательства на территории Славянского района, обеспечение антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях, итоги деятельности антитеррористической комиссии Славянского района за первое полугодие текущего года. Во всех этих вопросах мы обязаны с вами вместе работать, вместе взаимодействовать, потому что от качества нашего взаимодействия зависит в целом ситуация на территории Славянского района. Об исполнении антитеррористического законодательства на территории Славянского района доложил начальник отдела вневедомственной охраны Александр Рыжков. В рамках исполнения постановлений правительства были обследованы на предмет антитеррористической защищенности 230 объектов различных форм собственности, разработаны паспорта их безопасности. Постановление правительства 176 от 11 февраля 2017 года об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов. На территории Славянского района находится 43 объекта, попадающие под действие данного постановления правительства. В текущем году все они были обследованы и категорированы. Однако до настоящего времени паспорта безопасности 25 объектов не согласованы с отделом вневедомственной охраны. Это в основном сельские дома культуры по периферии района. Были выявлены в ходе проверок ряд нарушений и на объектах учреждений образования. Не у всех готовы паспорта безопасности объектов. В ряде школ отсутствуют или не соответствуют требованиям ограждения территорий. В некоторых дошкольных учреждениях не в полном объеме подключена система видеонаблюдения. Глава района Роман Синеговский поставил задачу в кратчайшие сроки все недостатки устранить. Сесть просто всем, и все это дело подготовлено. Поэтому давайте, до 1 сентября все должно быть выполнено. О том, что сделано для антитеррористической безопасности учреждений образования, более детально на заседании комиссии доложил начальник управления образования Олег Синтищев. К 1 сентября все 35 школ будут обеспечены лицензированной охраной. Также к началу нового учебного года планируется каждую из них оборудовать кнопкой тревожной сигнализации, выведенной на пункт неведомственной охраны. На сегодняшний день такая кнопка есть только в 5 школах. Мы сейчас рассматриваем возможность введение кнопок тревожной сигнализации на пульт неведомственной охраны по всем городским образовательным учреждениям. Ну, до какого числа? В течение сентября оно решится. О проделанной работе по обеспечению антитеррористической безопасности в целом по району отчитался начальник отдела МВД Юрий Скорняков. В 2018 году на территории Славянского района чрезвычайных обстоятельств не возникло. В этой связи отдел МВД России по Славянскому району проведение специальных операций в реальных условиях участия не принимал. В отделе МВД по Славянскому району на постоянной основе проводятся мероприятия по подготовке личного состава к действиям при возникновении террористической угрозы или совершении террористических актов. Приоритетными задачами подготовки личного состава сотрудников функциональных групп, оперативных групп муниципального образования Славянского района на 2018 год определили поддержание постоянной готовности функциональных групп и подразделений повышения качества взаимодействия сил и средств, выделяемых для участия в проведении первоначальных мероприятий. По итогам заседания был принят проект решения, в который внесли все проблемные вопросы и предложения, касающиеся обеспечения антитеррористической безопасности на территории района, сроки и ответственных за их выполнение. Только общими усилиями всех структур можно добиться спокойствия и безопасности жителей района, подчеркнул Роман Синеговский. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События».